И всем привет, друзья! Сегодня мы поиграем в очень странную, на мой взгляд, игру про каких-то зайцев, кроликов. Здесь нужно в них стрелять морковками. Привет, Кинга. Так, первая миссия, вторая миссия, четвертая, т.д. и т.п. И погнали. Здесь можно стиком управлять, либо просто приставкой приподнимать, крутить. Ну, погнали. Какие-то спортсмены. Сейчас я застрелю. Перезаряд. Подавись морковкой. Воу. Какие-то птеродактили. Так. Что у нас там в коробке? Ничего такого. А, тут он этот фаера перегрев идет пушки, видимо. Когда я долго стреляю, какое-то время я не могу бабахать морковками. Получи. Да. Сейчас бы еще не на месте стоять, а бегать. Вот это было бы круче. Но игра, наверное, стоила в разы дороже. Где зайцы? Ух ты, какие здоровые. Что-то там сердце пополам. Меня кто-то сзади подошел, что ли? Обнял. А, ему пофиг, он в каске. Воу. Опа. Ему попало. Ух ты! Точно, я понял. Да, подби... Заяц умер от морковки. Ворот мне морковь. Сколько я собрал? 132 монеты. И 257. А нужно-то 1000. Вроде как. Ой, я что-то пропустил, что там про XP, Windows XP, что ли? Так странно рот открывает. Боже. Короче, смысл здесь набрать чем больше монет. Зайцы. Где? Слушайте, а уже другие пошли зайчики-то. Ой, перегрев. Какая-то пушка фиговая. Наверняка здесь можно будет покупать, апгрейдить все. Ух ты, какая гадина. Кто ты такое? Что ты такое? Это зайцы вообще, они под землей там, как кроты. Так,
Подобрался максимально близко. Смотрите, ему пофиг, он прям в лоб стреляет, морковью. Так, чирик, чирик. И так, еще, еще, еще. Копейка. Рубль бережет. Ну-ну-ну-ну, спортсмены, спортсмены. На, в лоб. Съешь морковь. Ну, возможно, 1000 нужно набрать не разом. Вот тебе морковь. Ух ты, граната! Это по-моему... Блин, попал. Какашка. Ух, сколько вас тут! Эх, эх, эх. Что-то пытается сделать, но я не пойму. Его намерений. Так. Как-то что-то может перелистывать, оружие там нельзя. Непонятно. Желтые спортсмены пошли. Черки, черки, единички. Черки надо собрать. Ух ты, сколько пятаков-то, а? Подобрался, подобрался, и что-то... Опа, он что-то меня атаковал как-то странно. И я загнулся. Странное у него движение, конечно. И рот он странно открывает. А вы еще удивляетесь, че он. А! Нет, там не Microsoft, не Windows написано XP. Чего тут удивляться? Вообще заяц невменяемый какой-то. Как будто вот так он говорит. Ну еще что-нибудь скажи, чувак. Скажи, чё ты, пожалуйста. Ну ладно, потом дождемся. Он обязательно все расскажет, за все ответит. Так, непонятно. Так, это ничего не переключает. Дайте мне другое оружие, я хочу их всех расстрелять. Шварценеггер из этой минигана. И пушка. Это пушка плохая. Ах ты, летучие вот эти меня подбили. Как-то еще можно больше сердец набрать. Непонятно, как эти... Вот я отстреляю в эти монетки, и они ко мне возвращаются. Ух, какие злые, это же из Cave Story. Опасные. Воу-воу-воу, полегче, полегче. Что-то там какой-то магнит. О, у меня магнит какой-то появился. Вау, у меня что-то сильнее начал стрелять, как будто. Да, точно, что-то двойное там. Тух, 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 тух. Как будто грибками из Марио стреляюсь. Это пятак, пятачок. Держи ружье. Вау, вау. Есть, я попал. О, меня попали, меня попали. Где еще, где еще? Слушайте, прекратите. Не смешно. Ой, перегрев, перегрев. Ай, прямо по мордасам. Слушайте, заканчивайте эти. Ой, опять подбили. Не знаю. То ли игра не такая уж и простая, то ли я очень плохо играю.
пока это непонятно. И так он радуется. Сейчас он будет говорить. Смотрите, как он рот открывает. Ага. Ой, боже. Так. 3000 упадете на следующий левел. Окей. Сравнение идет. Смотрите. Не по-моему грудь. Если присмотреться, по-моему, не грудь. И он, конечно же, бесполый. Печаль. Так, если я на А нажимаю, я на Б ничего. Ну, короче, вот только Р-ка действует. Правое плечико. Китайцы правый-левый шифт называют плечики. Торговые зайцы. Кажется, он меня сразу вынесет, если подойдет. Ну а спортсмен что мне сделает? Подбежит, скажет, давай кружок навернем вокруг поля. Я проверять не буду. Вот двадцаточки падали бы, я бы, может быть, и набрал нужное число. Так, приближается птеродактиль. Пронесло. Ух ты, сердце. Сердце. Я не понял, я его взял или нет. По-моему, я его не взял. По-моему, продул. Так. О-о-о-о, арбуз какой-то. Блин, арбуз не взял. Опа, меня кто-то чпокнул или чпокнул. Пятачки. Не, ну сейчас гранаты начнут кидать и все, и мне хана. Вот они. О, началось. Я не знаю, как от этого избавляться. И все же он радуется. Ага. По чуть-чуть прибавляется. Но давайте хотя бы наберем вот это нужное количество очков. Посмотрим, может локация хоть сменится. Так, сзади у меня целая коробка моркови. Интересно, чего он охраняет? Свою жопу, наверное. Так как морковь, он и сам стреляется. Перегрел опять ствол. Сердце как же его взять-то? Понятно. Спортсмен. Во-во-во-во-во! Есть! Уау! Лазер! Я сейчас буду всех выметать просто. Луну. Землю. О, арбуз! Маленькие-то арбузики-то.
Морковь больше была. Не, мне лазер с этот стручок больше нравился. Лазер. Вот хотя бы чаще стреляет. Ой, все. Морковь опять. Что-то я не понял, кончилось что ли? Как он бежит. Интересно, показывает зарядка. Ну-ка, если я вытащу зарядку. А, он показывает сколько делений. Эх, мать! Моя женщина. Отец мой мужчина. Опять закидывают. Это они меня просто уничтожают. Эх, ебал. Сейчас опять эти гранатометы будут тут все, и мне конец. Ух ты, ёжик! Нифига, у меня сейчас все перегреется. Все перегрелось. Опа, и у меня... И все. Слушайте, все возможно, может быть морковная эска здесь есть. Две шестьсот, почти, но еще, увы, нет. Давай стреляй. Нужно больше оружия разного. Огонь! А может в дом постреляем? Я не знаю, взяли бы, собрали все вместе, все, морковного коктейля забабахали, жили бы себе мирно. Вон дом есть, открыли бы там бар. Браги наделали бы этой моркови, с этой морковью. Тик-тик-тик-тик. А, перегрел. Кстати, удобнее все-таки саму приставку направлять вот так медленно, нежели стиком, когда вот нужно точно прицелиться. Так, пятачки. Было бы забавно, если бы они еще в голову втыкались им, все морковки. Что-то не похоже, вот когда выстреливают, не очень похоже на морковку. Тут была жизнь, непонятно, что-то не прибавилось. Ух ты ж, ёжики. Желтый, у них желтые футболки. Серьезные мужики. О, сейчас арбуз будет. Тю. Так, не пере... О, красная морковь. Или это что такое? Вот и эска, ребята, вот и эска. Смотрите. Так. Опа, нормально. И все, эсочка кончилась. Это печально. Бегуны. Вот заметил я, очень мало оружия попадается.
И очень много гранат попадается. О, полетели, полетели. Надо их быстрее убивать. Да, нужно, когда они кидаются, нужно убивать эти быстрее снаряды. И нельзя перегревать пушку, а то все хана. А то все хана. О, комплект. Третью миссию я выполнил. Не знаю, что-то убил 20 бегунов. Так, у первой миссии выполнено. Убил что-то 15. Блин, настолько. А! Блокерс. Так. А на приставке вообще так все сливается. Походу делали, вы знаете, под Excel. Приставка. Миссия вторая. Барс. Не видно, не видно. Я еще английский не знаю. Двойня не видно. Увы. Какой-то подсчетный зайдет. То-то, то-то. Давайте считайте быстрее. Вау! Еще 964 очечка. Музыка вроде, кстати, не напрягает, но она одна и та же. Но меня не напрягает. Луна, ты не похожа на себя. Ух ты, летуны, летуны. Что-то они пытались сделать непонятное. Странно, меня атакуют. О, большие. А им сейчас пупок. На морковь загоню. Эти бегуны. О, двойной, двойной что-то. А, то есть вдвойне больше. А, вот, бегун, бегун. Он что-то подбежал, мне врезал. Ротуны. Вот он бежал, что он хочет сделать? А, все-таки врезал в башню мне. Блин, не так-то просто набрать этими пятерочками, единичками 900 очков. Ой, опять эти какашки. Начинается. Ух ты, а я не понял, что произошло. Но я умер. Подушечка под жопку. Лежит. И чё? Опять первая миссия, вторая, третья, четвертая. Это надо все разом, что ли? Я что-то не понял. Не знаю пока. Но вижу понятно, если ты дольше держишься, больше очков и больше миссий выполнишь. И больше всех убьешь. А, дополнительные монетки за миссию. О, ну чё, Михалыч, понятно, спасибо. Во, стручок, стручковое оружие.
Обалденно. А, вон вижу, оно кончается. Мне очень жаль. Мне очень-очень жаль. Ха, желтая морковь, желтая морковь. Испорченная желтая морковь. Это самонаводящая, походу. Да. Самонаводка. Блин, этих кротов не люблю, они пока не подойдут. Блин, вот магнит был, почему он не взялся? Странно. Пока не подойдут, их не убьешь. Хотя нет, никак. Вижу, вижу. Сейчас, значит, ну вот кидаться. Эй, ну-ка, ну-ка, прекрати. Прекрати это делать. Не нужно, заяц. Заяц, не нужно. Опа, кто-то мне что-то заехал. А, во-во-во. Сальто, и сейчас бомбочка на меня. Тык, все. Все ясно, ясно. Сейчас будем пробовать бегунов всяких и т.д. и т.п. убивать. И т.п. У меня желтая морковь. Ну, держитесь. Где вы, где вы, где вы? Ага. Вот эти ребята. Быстренько. Если, кстати, просто нажимать постоянно, вообще не перегреется. Я вот жму, 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 и нормально так. Ой, красный бегун, красный, нифига себе. Ух, какой он злой, что делает? Ничего он не делает. Умер он. Так будет с каждым. Попробуй подойти ко мне. Сейчас я арбузики возьму. Перегрел пушку. О, летуны. Блин, не вс... Не. Блин, двадцарик валялся. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Не успел. О, летуны, бегуны. Так, красного главное завалить. Теперь летунов, летунов. Ага, один меня чпокнул. И еще один, и второй. Ох, все чпокали.
Ну же, ну же. Ах, ничего я не побил. Никаких миссий не выполнил. А умер и радуется. 370. Еще прям вот чуть-чуть. НС будет скоро, будет. Ну, конечно, не знаю, что... А, знаю, знаю. Очень сложная, очень хардкорная игрушка будет. Шикарная. Как-нибудь я возьму за нее. Но пока не скажу, что это. Была первая часть ее. Давненько. А что такое? Звук сменился. No. И все, я опять обычный звук. Магнит, магнит, хорошая вещь. Все монетки ко мне будут магнититься. Все, и кончился магнит. А вот еще магнит. Нет. О, я вторую миссию выполнил. Ты сколько их там? Сейчас закидает, сейчас закидает меня. Попали. Да нет, нет. Все, мне хана. Босс! Босс! Нифига себе! Ребята, босс! И у него пупок заклеен. Ну, правильно, такой пупищу развязался. Офигеть, офигеть. В рот, на тебе, в рот. Ой, ой, ой. Ужасно, ужасно. У него пупок вылез. О, тыквы! О, сколько всякого оружия-то. Блин, шел ты еще вылез. Ну-ка, свали отсюда. О, третья миссия выполнена. Ух ты, всего, всего, перчик, перчик, блин, был перчик. Чё, все, погиб. Офигеть. Завалил босса, сколько миссий выполнил. Что ж, вас как много-то, а?
Тик-тик-тик-тик. Опа-опа-опа. Бегун-бегун-бегун. Уже не бегун. Лежун. Прям поперло, ребят. Перегрел, перегрел. Фух, хотел мне вмазать, но не успел. Ты 12, я никогда не доходил. О, это круто. Где ты? 13-й. Летуны. О, нормально такое оружие. Что быстро кончается. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вовремя оружие-то это. Гранатометчики. А, нет! Черт, перегрел! Ну, как так, а? Ух ты, сколько их тут. Все, сейчас механа. Сейчас какой-нибудь из них мне даст пороже. Да. Кто-то в нем. А, вон там бегун был. Ха-ха-ха. Вторую и третью миссию выполнил, получил по 2000, по 1000 точнее. Ну, и я прошел первый левел. Сейчас посмотрим, это второй уже был, да? Я так и не понял, что поменялось-то. Ну-ка, локация-то поменялась. Нет, все тот же дом, все те же горы. Фух. Ну, в общем, я эту игру и не думал долго стримить. Так, показать. Ну-ка, что эти большие хоть делают? Просто подпрыгивают, по голове мне бьют. Все, избили. Ну вот. У нас вроде как и должны были разыграть ключи этой игры. Я что-то не знаю, человека нету, кто этим занимается, не знаю. Следите за новостями в группе на View Pro. Возможно, там какой-то конкурс будет. Если вам понравилась, конечно, эта игра, вот, можете получить этот код на скачивание игры. Ладно, всем пока, ребята. Всем удачи.